Привитос, амигос. А, период самой жесткой нестоячки на... Как там эта игра называется? Опять вылетела. Deadlight, блин, вот. Вспоминаю, Deadlight или Daylight, хрен поймешь. Вот, период самой жесткой нестоячки на эту игру прошел, поэтому можно продолжать в нее играть. Эстафету нестоячки принял третий Dead Space, который там вот-вот уже, там последняя серия, возможно, осталась, но может быть две. Но уж очень не хочется как-то играть сейчас в Спасик, да. И по просмотрам вижу, что не очень-то хочется и смотреть, как бы, поэтому особо много горевать никто не будет пока что. Третий Спасик выйдет в ближайшее время, вот, но потом останется еще DLC-шка опять-таки. Ну да, раз уж начал, тем более, что поскольку я недавно сам, как вы видели, стал свидетелем пасхалки в игре, которая, по моему убеждению, относится к третьему Спасику. Кстати, напишите там, я один так про солдатика думаю или нет. Вот, поэтому появилась сейчас надежда на то, что они сейчас все-таки сделают четвертый. Возможно, скорее всего, он опять будет мультиплеерный, блин, но, конечно, не хотелось бы. Я разочаровался в мультиплеерных играх. Их невозможно как-то по-серьезному записать. И это мне не нравится. Потому что, ну, не знаю, все-таки такие игры, знаете, где, как Dead Space, первый классический, они должны быть синглплеерными. Ну, потому что, как бы, согласитесь, нет, скорее всего, такой игры кооперативной, где были бы кем-то прочитаны, да, играя в кооперативе, все записки из игры, там, может, какие-то найдены какие-то секреты тоже все. Как-то в кооперативе все это как-то не идет, знаете. Разбираться в сюжете кооперативно. Все кооперативно любят убивать, стрелять, что-нибудь такое делать. Нифига я как просто матёра паркурнул сейчас только что. Зомбаки, кстати, вот в этой игре разбиваются с высоты, в отличие от зомби-ю этого долбанного. Get out of my head. Папочка очень любит играть в куколки, особенно отрывать им головки. Не, самое интересное в игре куклы с девочками из двора или там, не знаю, может, кого-то сестра, это заглянуть и посмотреть на пластмассовые титьки. Это как бы самая главная интрига. Убедившись в том, что под юбкой у куклы ничего нету, играть уже как в куклу неинтересно становится. Могли бы каких-нибудь волос с головы прилепить для вида и в подмышки тоже. Чтобы кукла как бы подготавливала к реалиям, к суровым реалиям жизни. Опачки! А здесь, извините, мне надо кое-что подобрать. Это была какая-то записка. Которая стоила мне 4 патронов. Так, понятно, надо потаскать. Я понял, здесь вода капает, как бы обозначая край, куда надо ящик подогнать. Чтобы рахитичный главный герой мог запрыгнуть. На карниз, да, я так и подумал. О, еще какое-то радио. Что-то зачастили. В начале игры одно радио, и здесь два, больше нигде. Сообщение от доктора какого-то. Надеюсь, не того, который жопой на огурцы всех посадить хотел. Если начать таких докторов слушать, как тот, который... Как его там фамилия-то? Точно зомби-чума начнется. Будет орда зомби с огурцами в заднице, прикиньте. Оу, нифига себе. Живописно. Буквы отваливаются по времени или когда... Нет, когда я с них спрыгиваю. Был хотел, стал просто. О! Статус обновлен. Статус чего? Медик.
Какая ирония, больница полная теней, что на место должно лечить, а в итоге тут только умирают. Бла-бла-бла, бла-бла-бла, я страдаю, вот набросок от руки моей дочурки, какая удача, что я такой классный художник. Ночью мне снилась снова какая-то вагина или черная дыра, бла-бла-бла-бла-бла-бла, выйти. Отлично, потрясающе. Что за презервативы какие-то нашел? А, журнал, наверное, «Наука и медицина». Ой-ой-ой, а вас вот как, вы кучненько здесь. Я-то думал... Подходите по одному, ссаные вонючие геи. А, и все, меня... Как голову-то почесать? Меня на тупую ногами затоптали, даже грызть не стали. Это ж, сука, до чего надо быть невкусным таким, чтобы тебя зомби не стали жрать? Это просто жопа. В принципе, не помоешься недельку, начнешь сам как зомби пахнуть, тогда они, ты резко станешь не в их вкусе, потому что, ну, они же друг друга-то не жрут, хотя вроде тоже мясо. Мальца подсохшая, правда, такое. Слеганца не свежая. В очередь, суки. А, кучненько, кучненько, давайте. Опа! Опа, из брызгалки. Чувак, чувак. Пушку-то достань, идиот, блин. О, а этому сейчас сильным ударом. Она не на линии, что ли? О, все. Голова отделилась от тела, значит. Самый верный способ убить зомби, вампира, оборотня и Дункана Маклауда. Или как там, Конора Маклауда. Короче, даже горцы бессмертные, те умирали. Оп. А вот на этой можно повиснуть вроде, да? Ага. Оу. Шумно, пыльно, но действенно. Причем вроде как все зомбаки должны были взволноваться, заслышав столь шумные звуки, но они как-то игнорируют. Стопы, а мне что, не сюда? I can't leave without the medical supplies. I need to go back. Нахрен вернуться? Я уже все взял, что мог там. Буквы отвалились от стены. Я уже не пройду назад. А, вот он отдел лекарств. Ну, зомби-то... Я боссов-то в этой игре, скорее всего, нет никаких. Хотя на Сеге, когда такие игры делали, там боссов придумывали. Все? Зачем здесь было делать отдельную комнату для того, чтобы я зашел, взял лекарство и вышел? Странно, странно. Фантазия, видимо, подводит разработчика уже под конец-то. Ну что ж, о. О. Может, у него еще не все почки вырезали? Ну-ка посмотрим, да. ID незнакомки. Имя Карла Гомолка. Карла Л. Или Гомолка. Первый знает. Мы не забудем, конечно же, Карлу, как там ее фамилия, Галкину. Просто нахрена ему это IT? Чем будет с ним делать? Кредит на нее уже не возьмешь, как бы. Возможно, внизу были еще какие-то пасхалки, но они до того в этой игре не интересны мне. Что я, пожалуй, просто кинусь в безумное бегство. Ай-яй-яй, извините, извините. Это отдел ортопедов. О, боже. Леща там не дали. Пошел нахер, ублюдок. Сальто назад. Сальто назад. Паркур. Нет? All this should make you feel better. I think so, Randy. I think I'm feeling better. Although I would have liked to see one of those nurses show up from back in the old days. Oh, those uniforms. You remember how to do it? If there's gas in it, I promise you I can fly this thing. Bingo! What did I tell you, buddy? If they've taken her to the safe point, from the air, we'll be able to find her. Ben, are you okay? Сейчас мутируют за штурвалом, наверное, да? And I'm sad, Randy. I miss my wife. I want to be with her again, buddy. I'm tired of this job.
Поэтому прыгай, а я пикирую. All our talk is filled with the dead. All the people we loved. Not around anymore. We're alone. Look, Randy, the safe point. You should be able to find them from there. At least I brought you this far. Ben, are you okay? Чертов туберкулезник. Ben, wake up! Да, Бен сделал свое дело. Хорошенько поднасрал перед смертью. Я считаю, что вот когда ты умираешь, ты должен напоследок поднасрать максимальному количеству людей. А близких, не близких, неважно. Просто вот... О, какие здоровые бомжи ходят, смотрите. Просто вот люди, которым ты поднасрешь, они тебя никогда не забудут. Ну все же мы знаем, да, что сделай добро, забудут. Насри один раз конкретно, поднасри. Будут помнить вечно. Это так похоже на аниме «Вторжение титанов». Неудовольствие лицезреть, которое я имел и вертел год-два назад, по-моему. Сейчас, короче, фильм уже вышел в экранке, пока только по «Вторжению титанов». Очень интересно посмотреть. Вообще, это первое кино про аниме, по-моему, на моей памяти, которое я увижу после «Плачущего убийцы». А «Плачущий убийца» это просто... Для меня этот фильм много значит. Но я как-нибудь об этом размышление пильну. Но это один из тех фильмов 90-х, которые оказывали бла-бла-бла влияние. Итак, что мы видим? Ага. Снова все умерли. Летели в убежище, попали в уебжище. И у меня... О, дробовик все еще со мной. Хорошо. А то любят, знаете, в разных играх отбирать оружие постоянно в середине игры. Ох уж и бесит. Ой, там снова вертолет, что ли, мой старый знакомый. Один из знакомца. А.Г. де Сальво. Иммигрант. Так ему и надо. Латинус, видимо. Де Сальво. Так, 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 так. Не оторвались. Оторвались. Да. Блин, даже в такой игре, где целиться в принципе не надо, ты умудрился промахнуться. О, там что-то, блядь, крупное. Ой, ёпта. И зыди, сатана. Скорострельность подвела. Ай-ай. Да ёб твою мать, ты чё? Этот при жизни, видать... Морским котиком, наверное, был крутым. Он один мне три клетки здоровья снес, по-моему, как я понимаю. А там что-то так заклубилось, я думал, уроборос сейчас вылупится. Покоцали меня, покоцали. Еще один. Ну ты ж посмотри. И куда здесь? А. Какой-то сортир, чтобы пройти, пришлось паркурить. Какой, интересно, смысл в этих баррикадах, которые он сносит с разбега? То есть, а как они могут защищать от зомби, от толпы зомби, если один человек... Ай, сющий, кто этот крыща клал? Я его маму делил. Вообще, кровля лежит. Сука, как хуй поймешь? Что-то меня подзаело, эта тематика, да? Все, держу себя в руках. Так, что-то я нахер не понял. Это миссия на время, что ли? Ага, все начинает дьявольски рушиться. Все отправляется к чертям, прыгай. Вау, да здесь чертовски мало времени дают на... Как бы я не такой прекрасный пианист, чтобы так ловко нажимать эти сраные... Как бы... Кнопочки. Комбинации. Тут надо такие аккорды подобрать. Знаешь, прыжок вправо, прыжок влево. Да, я танцую вправо, я танцую влево. Больше всего страдает, конечно, указательный палец, потому что большую часть игры здесь приходится бежать, сука, вправо. От того, что я вынес дверь, как бы, все здесь держалось на двери, я выбил эту опору.
Ван Дам. Просто Ван Дам. Вот это мне нравится. Вот это, бля, получилось. Просто, я просто сосредоточился и просто сыграл это как по нотам. Так, вот здесь. Да что ж такое-то, одно западло. Оп! Битва двух инвалидов. Я даже не знаю, кто из них более упоротый. Главный герой или Замбаридзе. О, понеслась. Ну-ка назад, ублюдок упоротый. А, вот это попадос. Оп. Тэн, чё-то нихера не понял, куда идти-то надо. Но 15 патронов это. Но с другой стороны, это патроны на пехоль. А, нифига. А, нифига. А. Немножко философии. Жизнь есть очередь за смертью. О, и сейчас, походу, моя очередь. Займите кто-нибудь передо мной. Кого пропустить без очереди? Мать твою за ногу. Нет. Сука. Руби, блядь. Маму делал вашу. А, патрон кончился с тющей. Да. А, блядь. Зарядить, зарядить. Зарядить эту винтовку. Бейся. Умри, как викинг. С оружием в руках. Да, сука. Нас ждет Вальгала. Где моя... Где мое ружье? О, бля, давай. А, фраги, опыт. Фу, только не жирная баба. Если кто меня убьет, то это не будет жирная баба. Давай, рубайся нахрен. Эх, блядь, из последних сил. Да, я не... Нет, врагу не сдается наш гордый бомжак. Пошли нахер, супостаты. Только сзади убить смогли. Совладать просто, блин. Бился как лев. Просто гладиаторы так на арене не бились, как наш герой тут. Только я что-то нихера не... Я понял, я увидел витраж, но я так понял, что надо его из рогатки шпильнуть было. А я что-то завтыкал этот момент. А бомжи-то здесь бесконечные. Что, конечно же, доставляет уйму радости. Нет? Как бы, а чё тогда? А, я понял. С этой стороны. Пошли нахрен, сющий! Сука! Как они близко, блядь, выходят здесь. Вот ублюдки. Это ж надо всех перестрелять. Потом, сука. Ты чё, еблан? Я понимаю, ты по движущейся цели не попадаешь, но доски-то, блядь... Дважды еблан. Ты посмотри, твой градус ебланства-то возрастает. Еще чуть-чуть и назад пути не будет. Главный герой еще чуть-чуть и с его мамой у меня зайдет все совсем далеко. Блять. Блять. А что за хуйня-то? Получи из рогатоса. Неужели из пистолета? Ага. Понятно, ладно. Рвите меня. Псы позорные. Сука, нихуя себе момент. Честно говоря, что-то я, блин, в шоке вообще. Градус сложности у игры-то подрос, походу. Ну да, в принципе, из пистолета, из чего еще, как бы. Рогатку тут выхватывать просто времени нет. О, блядь. Пошли нахрен, уроды. Долго-долго он револьвер перезаряжает. Нет бы так вот, как бы, ну, когда все пули упакованы в специальную хреньку, когда он их разом вставляет. Это был бы огонь вообще.
Не, так он их по одному тоже довольно ловко закидывает, тем более, что он пока ни одного патрона на пол-то не уронил. Так что не такой уж и жопорукий. Он жопоногий. Вот с руками вообще прекрасно. Ноги, тебе бы ноги от негра какого-нибудь пересадить, чтобы не... Чтобы вот ноги черного раба несли быстрее твою задницу и прыгали в два раза дальше, выше, в смысле. В чем тут прикол-то? Просто недолет, что ли? Досаднейший недолет, конечно. Бля, как тут все нахуй. Не знаю, соплями все, блин, скреплено, походу. Ни хрена не... Не на гвоздях, что-то все рушится. Вышка для прыжков в воду, смотрите. Нет, это, конечно же, дозорная херня. Не под напряжением хоть заборчик-то. Просто такой забор, знаете, в виде большущей лестницы, он должен быть под напряжением, иначе просто он вообще не имеет смысла. А во рву должны крокодилы плавать, как бы. Вокруг тюрьмы нарезать. О, опять все понеслось, смотри. Давай, давай, давай. Ёп, кирпич нам в голову падает, ты смотри, а. Но это что-то не загнули. Радарный купол. Или радарный что? О! У него галюны, он, походу, тоже укушенный. Я знал, что он ужаленный в жопу, но, походу, и укушенный. Причем в то же место. О, СТП. Фрагмент медицинского отчета о болезни, которую изучали ученые. Убежище всех попыток антилекарства не удалось. Это как бы видно, что попытка не удалась, потому что кругом... Да как ты, блядь, об нее споткнулся? Айди незнакомца, ради этого стоило получить по заднице, не правда ли? Там какие-то люди были повешенные. Я люблю вот эту атмосферу повешенных людей в играх. Но не в этот раз со мной гонятся. Утерянная страница из моего дневника. Да ты, смотрю, по всему миру путешествовал, просто раскидывал свои странички. Планы, по которым солдаты захватывали город в 41-м, которые до него добрались. В планах видно, как солдаты хотели создать новый отряд, новый порядок из хаоса, бла-бла-бла. Ох уж это военщина, но Джордж Альфред, по-моему, Ромеро, известный, не знаю, жив ли он еще, известный режиссер фильмов про зомби, отважных, уже обыгрывал в своем же фильме, ответе на свой же фильм «Дневники мертвецов», тему, когда военные, как бы, ну, и в 28 дней спустя такое было. Вообще, это очень странно, снимать фильм-ответ на свой же собственный фильм. Это доказывает, что всем просто насрать на твое творчество, как бы. Никто даже не нападает, отвечать некому. Ну что, я в этом ящике нашел базуку или что? Может, автомат? А может, и хрена лысого. Ой, ну опять вертуха, что ли? Рэндалл, ты зажат. Так и что, я какое-то сообщение с вышки отправил или что? Я вроде семью искал. Не очень понимаю. О! Это похоже на плойке была такая игра, короче, война пластиковых солдат. А парень-то, походу, какой-то иммунный, раз они его ищут. Просто очень громко. Sooner or later you'll tell us. Do you hear me? This broadcast was recorded on the 1st of June. Пападоси. This must be their base. Stella is here. Stella, моя Stella. Ладно. Я думаю, что на этом серию закончим. Военная база, так военная база. Выбираться отсюда буду уже потом. Пишите, жмите, вся фигня.